Чай Маброк. Ночь тысяча звезд и еще 100 сортов чая, упакованного на нашей фабрике в Коломбо. В магазинах Море Чая. Добрый вечер. И снова за чашечкой чая с вами Наталья Дроздова. Я пригласила в гости моего хорошего друга Евгения Александрова. Ура! Женя, здравствуй. Здравствуйте. Будем говорить друг другу ты, как мы это делаем, конечно, в жизни, потому что да. Запутаемся иначе рано или поздно. У меня такая программа, где есть традиция разговор без титулов. Я нарочно не представляю своих гостей. Кто захочет, найдет все в интернете, почитает и удовлетворит свое любопытство. И мы всегда говорим по душам. Все это чистая импровизация. Но в первую очередь, поскольку у нас разговоры за чашечкой чая, совершенно волшебный напиток. Нет, чай после Нового года, вообще чай хорошо. После Нового года чай. Тот чай, который ты сейчас будешь пробовать, называется «Ночь тысячи звезд». Представляешь? Тысячи звезд. Компания Маброк, это хорошо, удивительный чай. Звезд. Там смесь черного и зеленого чая, там есть листки апельсина, розы и аромат клубники. Чувствуешь? Да, замечательный чай. Жалко, его не было у меня 1 января. Ну, ничего, теперь он у тебя будет. Так бы хорошо было с утра после... такой чай. После Нового года. Ну что ж, первая традиция «Разговор без титулов», я ее уже озвучила. А для остальной части нашей передачи я придумала игру и назвала ее «Азбука жизни». Знаешь, я задумываюсь иногда о том, что мы часто говорим с друг другом и друг друга не понимаем по одной простой причине. В одни и те же слова люди вкладывают совершенно разный смысл. Ну, вот слова вроде одни и те же, но одному представляется это, а другому совсем наоборот. И поэтому сегодня у нас будет «Азбука жизни» от Евгения Александрова. Мы узнаем, как именно ему представляется то или иное понятие, чувство и так далее. Для того, чтобы мы с тобой не заигрались, у меня есть такие часы, которые мы переворачиваем, и они будут нам показывать, сколько времени осталось до конца программы. Очень хорошо. Вот на этих карточках их столько, сколько букв в русском алфавите. На обратной стороне ты найдешь по нескольку слов на каждую букву. Выбираешь любую, озвучиваешь те слова, которые там увидишь. Так. И потом уже... Ой, мамочка. Какая буква? Политика. Ага, буква. Правда, позитивность, прозвище, проблема, предательство. Да, трудный выбор. Уже. Надо выбрать что-то одно, да? Наверное, я все-таки выберу проблему. Хорошо. Откладываем эту отыгранную карту и разговариваем о том, что же Евгений Александров называет проблемой. Проблемы? Для меня я никогда не говорю, что я прав. Я всегда говорю только свое мнение и более ничье. У меня проблема для меня. На данном этапе самая важная проблема – это театр. Это современный искусство. Театр. Да, современный театр. Это для меня. Я же никогда не говорю, что я прав. Просто вот стало лакмусовой бумажкой с обратной стороны. Если подходишь к афише, идешь, допустим, с женой или с подругой, неважно, с другом, хочешь пойти в театр, подходишь, ой, пьеса, пойду. Обладатель «Золотой маски»? Нет, не пойду категорически. Угу. То есть это уже клеймо. Это стало очень плохо на «Золотую маску», потому что какие спектакли выбирает «Золотая маска», я не понимаю, кто это выбирает. И то, что в театре я хожу, мне не нравится в Санкт-Петербурге, в театре. Я ничего не боюсь. Мне уже много лет, и как-то я уже... Свою маленькую нишечку у меня есть крохотная, она такая останется. Я не понимаю, как можно в центре города, я... культурной столице Санкт-Петербурга, такие театры, как Ленсовета, БДТ. Ну, это для меня такое, это знаковые театры. Для меня знаковые. Мне кажется, такие театры, то, что делает Бутусов, он, безусловно, способный человек, клянусь. Но, мне кажется, такой театр должен быть на Ржевке Пороховых, на Гражданке.
такое специальное здание должно быть такое. И слово такое. Эксперимент. Да. Эксперимент. И вдруг я хочу послушать Бутуса. Вот мне нравится эксперимент. Хочу посмотреть Макбет. Хочу посмотреть версии Бутусова. Хочу посмотреть. И еду специально, беру машину, еду туда, на Рывку Пороховых. Когда нахожусь в культурной столице, мне это не нравится. Мне не нравится так же, как сделали бизнес-центр за Казанским собором. Современный, безумный. Мне жутко не нравится новая сцена Мариинского театра. Да, этот, вообще этот какая-то непонятный склад, конструкция, какой-то склад. Да. Такой, не знаю, что это такое. Мне не нравится это почему-то. Я за замечательный театр БДТ, наверное. Вот. Сам театр я обожаю. Клянусь, для меня это был знаковый театр. Сейчас он стал не знаковый, он сейчас стал как все. Он стал модный. Экспериментальный. Стал экспериментальный, как туалетная бумага. Стал экспериментальный. То есть все, как все. Все. Вот салфетки все, бумага. Вся БДТ, это было что-то другое. Особенное. Это был особенный театр. Заходишь, это идешь в БДТ. Опаньки. Раньше были знаковые театры Ленсовета, БДТ и ТЮЗ. Угу. Это было три знаковых театра. Потому что там было самое лучшее. И все это в Питере знали. Все, кто приезжает в Питер, шли обязательно в БДТ, в Ленсовета. А чем идти сейчас в БДТ, в Ленсовета? То же самое в Москве, в каждом театре. То же самое. Все искусство. Вот такое замечательное. Там ставят любые спектакли на любую тему. Это называется... Многие критики это любят. Многие критики любят, они говорят, ну почему? Это же их видение. Да. А почему должен смотреть их видение? Я иду на Макбет. Ну почему должен идти на видение Бутусова на Макбет? Если я хочу пойти на Бутусова, я должен пойти на Бутусова. Значит, должен быть театр Бутусова, как он смотрит на Шекспира. Это будет его взгляд на Шекспира. Писать в афише «Шекспир» Макбет кино – это неправильно. Нельзя. Слово «Шекспир» написано должно быть «взгляд на Шекспира», Бутусова «взгляд на Шекспира». Вот так должно быть как-то, да. Да, именно сейчас какую-то пьесу Шекспира они там ставят. Ну, я не знаю, мне как-то... Это вот для меня это действительно большая проблема. Что там... Долго разговариваем о проблемах. Давай-ка выберем какую-нибудь другую тему. Давай, правильно. О, замечательная карточка попалась мне на букву «Л». Л. Любовь. Лень. Лидерство. Ложь. И личность. Выбирай. Ложь. Я думала, ты выберешь любовь, но ты меня... Нет, ложь. Ты непредсказуем. Поговорим о лжи. Да. Говорят некоторые люди, что они никогда не лгут. Можешь ли ты в это поверить? Нет. То есть это уже изначально ложь. Конечно. Насколько часто приходится тебе самому лгать? И из каких соображений? Хочется пококетничать. Но это будет ложь, это будет вранье. Нет, лгу, к сожалению. Иногда бывает святая ложь. Она есть, действительно бывает. Это я знаю. Хотя многие говорят, что не бывает святая ложь, а и ложь не может быть святая ложь. Нет, бывает. Чтобы человеку помочь, иногда надо солгать. Как мне сделал наш худрук Исаак Романович Штогман, когда я после больницы, я долго прожил в больнице, я думал, что не буду никогда заниматься профессией, поскольку у меня была перебита полностью вся речь, в смысле все каналы нервные по речи были перебиты, я почти не говорил. И когда пришел в театр, Исаак Романович сказал: «Женька, ну что, ну дай попробуй, как там спектакль какой-нибудь». Я попробовал. Он мне говорит: «Ты что, Жека? Здорово! Да ты что, здорово! Ну-ка все, завтра спектакль». Я говорю: «Как спектакль? А я у нас какого? Какой спектакль? Спектакль завтра, все, играешь». Отработал я спектакль. Он подошел, говорит: «Ну ура, Жека, молодец, умница». Но Исаак Романович не знал, что я поставил камеру и это снимал себе на память. На память. Это была святая ложь. Он мне сказал, чтобы я в себя поверил. Чтобы я в себя поверил. Для меня это очень важно. Так что мне кто-то говорит, что нет святой лжи. Нет, бывает. Скажи, чем старше ты становишься, тем как-то строже ты подходишь к себе в этом смысле, следишь за тем, чтобы как можно меньше лгать? Да. Происходит какой-то вот внутренний такой прогресс в этом смысле? Да.
Ну хорошо, давай сменим тему, бери теперь сам карточку. Давай, все, карточку, что-то другое. Сейчас все, позитив, 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 фантазия, финансы, флирт, филантропия, фанатизм. Ничего себе. Я не знаю, это фанатизм. Давай. Это фанатизм, вот фанатизм. Я фанат. Так, что второй раз не взять, мы ее отложим. Да, я фанат. Фанат чего? Фанат театра. Я фанат семьи своей, я фанат города. Клянусь, я фанат искусства, я фанат женщин. Я люблю безумно женщин. Ну, люблю я женщин. Так что так, фанатизм во всем. И главное, город люблю. Я повезло, поездил по миру. Самый лучший город Санкт-Петербург. Самый лучший вообще. Приезжаешь, все свое, все родное. Ну, не могу. Вот, все до единого. Вот я до сих пор каждое лето, вся белая ночь, я всегда катаюсь белую ночь по набережным, по городу Питер. Всегда катаюсь. На машине. Обязательно. И пешком ходим. Мы пешком ходим в кафешко. Ой, если где-то поставим машину и уйдем пешком, долго будем гулять. Потому что нет, я обожаю Питер. Ну, такой красавец, ну... Вот для меня, как ни странно, для меня, пожалуй, два города. Так то, что я видел. Я не говорю, что я все города видел, естественно. Для меня это Флоренция и Санкт-Петербург. Вот два города, которые мне все, меня наповал, меня убивают. Все просто, я не могу. Я настолько обожаю эти два города. Сейчас я себе выберу карточку с буквой Е. Е, господи. О, ужас. Ересь. Ересь, господи, боже мой. Если с тремя точками. Если. Единство. Единство. Единомыслие. И еще. Еще. Наверное, еще. Расскажи, пожалуйста, еще. Чего еще тебе нужно в этой жизни? Что есть такое, чего бы еще, еще и еще хотел Евгений Александров? Кроме всего, что мы перечислили в предыдущем. Да, я понял. Я очень большой дурак, не кокетничаю. Я бы хотел безумное количество еще детей. Я действительно хочу безумно еще детей. Я понимаю, что уже как-то и уже и жена уже так не 18 ей, а 19, неважно. Вот уже как-то и мне уже как-то. Я хочу, чтобы у меня было бы детей 7-8. Ну, счастливая пора внуков, наверное, уже скоро настанет. И... Да, может быть, но пока внуков нет. Пока внуков нет. Старшему 32, средний 23, младший 8. Ну, что-то пока, я думаю, ты у меня младше удивить мне такой подарок. Первое, да? Первое, давай я немножко подарю тебе чайку «Ночь тысячи звезд», волшебный вкус совершенно. В магазин «Море чая», пожалуйста, заходите за этим напитком. Чай «Маврок». Хорошо. На, запомни, кстати. Вот ну, еще, кроме детей, давай что-нибудь еще. Детей. Наверное, самое главное – детей. Ролей. Очень хочу ролей много. Еще хочу ролей. Вроде роли замечательные у меня. Мне замечательные «Свадьба Кречинского-Кречинский». Замечательные у меня «Несчастливцев». Это мои любимые роли. Да. Ну, это очень много хороших ролей. Но хочу еще. Хочу безумно много денег. Ага. Почему? На что? Расскажи-ка. Вот на что. Я хочу, чтобы у меня... Я бы маму отправил бы. Периодически. Не отправил бы, естественно. Хотел бы, чтобы она мне показывала пальцем. А сегодня я хочу туда поехать. Я на глобусе. Шел. Да. Тут же я шел, брал путевку, чтобы она ехала туда. Я очень. Она же этого ничего не видела. Она же дитя войны. Она ничего этого не видела. Она не была никогда у меня за границей, никогда. Она боится. Было бы много денег, я бы, честно говоря, взял бы самолет бы отдельный, какой-то маленький, купил самолетик, чтобы она ездила одна туда, чтобы за ней прислуживали, потому что не для себя, я бы для нее бы сделал бы, потому что сколько мамке еще жить, я не знаю. Но я хочу быть ребенком, чем дольше, тем лучше. Я хочу быть ребенком, хочу, пускай не буду 60, я буду ребенком, пускай 65, 70, пускай я буду ребенком. Я хочу быть ребенком, потому что всегда иногда обижаешься, ссоришься иногда с мамой по-разному. Ну, в самом, понимаешь, только одно, есть мама. Все набираешь, алло, мам. И как только этого звонка не будет у меня, мне станет очень плохо. Как часто ты звонишь маме? В день 2-3 раза звоню обязательно. 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 Чай «Маброк». Ночь тысяча звезд и еще 100 сортов чая, упакованного на нашей фабрике в Коломбо. В магазинах «Море чая». Че, честь. Чистота, чванство, чувство, человек. Чистота. Хорошее слово. Да. Чистота чего важнее для тебя? Тело, помыслов, души. Чистота.
Ой. Мне не хватает полностью чистоты. Мне не хватает чистоты в политике. Чистоты не хватает в жизни. Чистоты в прямом, в переносном смысле. Все врут, все лгут. Все обманывают. Не хватает чистоты, действительно. Какой-то хороший, хороший. По телевизору все какое-то. Фильмы какие-то нечистые какие-то. Господи, вот не знаю. Наверное, я... Как меня дочка называет моя, Сашка? Палка-копалка она называет. Ну, вот, папа, ты палка-копалка. Объясняю, почему? Потому что мне не хватает чистоты. Я человек наивный, я верю в сказки. Я жду, я верю, что всегда добро побеждает. Я верю в это. И раньше, наверное, я так воспитывался на фильмах, на театрах, в театре, на спектаклях. А сейчас безвыходность полная в театрах и в кино. Очень много грязи. Столько много грязи. Такие спектакли иногда бывают, или фильмы, которые после хочется выйти и помыться. Пойти в прямом смысле, пойти помыться. Я не хочу. Я не хочу этого. Мне плохо от этого. А как от этого спрятаться? Почти невозможно. Почти невозможно. А вот скажи, пожалуйста, что может творца, режиссера, сценариста вот сподвигнуть писать такие вещи, которые явно ни к чему хорошему-то привести не могут? Вот что, какие побудительные мотивы? Я вот читаю сейчас одну книжку и думаю, господи, что могло человека сподвигнуть это написать? Расскажу. Я скажу опять свое мнение. У меня такое ощущение, что в руководстве, я говорю про культуру сейчас, в руководстве по культуре находятся очень неинтересные второстепенные люди. Мне так кажется. У меня такое смутное подозрение. И все из-за этого происходит. Директора каналов телевизионных, тоже такое ощущение, что люди очень недалекие. Потому что это выражение московское, people have it, они часто говорят ее, people have it почему? Потому что ничего другого нет. Они have it, потому что ничего другого нет. Они взяли, отрезали все это. Они запрещают, не запрещают, они не хотят, чтобы народ думал. Как-то коммерция вышла на первый план. Да, да, это как-то... Я думаю, что вот эти сериалы, которые пишутся, как и сериалы телевизионные, это чисто какая-то американская голливудская тема такая-то. Это не отсюда все идет, а отсюда. Как режиссеры наши замечательные, вот Бутусов, Могучий, там все эти самые московские, как его, господи? Виктюк. Они все идут не отсюда, а отсюда. Потому что они все делают спектакль «Как?». И никто не делает спектакль «Что?». Они делают «Как я сделал?». А давай сейчас, так, ну-ка встань, вот так, о, а, точно, точно, вот здесь хорошо. Вот так ползком поползи. Шоу. Да, шоу, да, цирк, правильно, цирк. Делают цирк, они, а ну-ка скажи, быть или быть, и закашляйся. Точно, гениально. Эта фраза, то есть, ой, я смыслю, как эта фраза, никто не может сказать по-настоящему. Видишь, человек поперхнулся на этой фразе, быть или не быть. Как и гениально придумал. Это все как. Это как, а не что. Эти ребята, это такая западная, притом все эти спектакли, Богомолов такой замечательный человек московский, да. Я знаю, что все спектакли вот такие, мне сложно им сказать, ребятам этим. Я их видел в Германии, в Канаде, во Франции в 85-м году. Такие спектакли, вот такие. Их спектакли. Да, которые сейчас... Теперь они дошли до нас. Да, только это было в 85-м году. Да, 30 лет. Мамочка, я думаю, как же мы опоздали? Как же? И что сейчас делает, я скажу опять же, никого они не... там переболели уже, наверное, этим? Да, почему они сейчас, почему все в восторге? Вот не понимаете сейчас, почему импортные звезды и западные звезды, почему стали выступать живым оркестром? Почему? Есть же потрясающие клавиши, все уже есть, мозги, компьютер, там же все есть. Почему они хотят выступать живым оркестром? Это же настоящее. А это ничего не заменить, потому что замечательные люди, они сейчас устанут от этого. Почему до сих пор приезжает наш балет «Лебединое озеро»? Почему они все в восторге от него? Почему? Потому что классика, ёк-макарёк. Там вот они танцуют так, как надо. Как надо танцуют, как поставили 555 лет назад. Они хотят это. Они хотят. Но классика – это то, что вечно. Конечно, вот, конечно. А все эти веяния. И самое ужасное, когда классику пытается
Изуродовать. Для меня это ужасно. Для этого нужна вот пьеса, должна быть пьеса Петюпкина, там, не знаю, смерть кота там такого-то. Ну, ставьте как угодно. Я иду на, я уже на Петюхина. А если написано Шекспир или Достоевский, будьте Достоевский, серебезны. Ну, ребяточки, не надо поганить. Поганить не надо. Человек сидел, писал, страдал, переживал. Как же можно? Как же можно взять, посмотреть ваш взгляд? Это важно. Пишите сам пьесу. Пиши сам пьесу, напиши ее и сам ставь. Ну вот видишь, имя имеет значение. Да, конечно. Они прикрываются. Да. Ой. Еще одно. Ой, как много слов на букву «Д». Доверие, да. Дружба, дерзость, династия, драйв, добродетель и дар. Дружба. Обыкновенная классическая дружба. Расскажи мне, сколько у тебя друзей? Их не бывает много. Да. Наверное, у меня... Думаю, два друга, Сашка и Пашка. Вот, наверное, два друга, которых я безумно люблю, уважаю. Это люди, которых Сашку я знаю ровно сколько себе, то есть 55 лет, наши мамы еще были друзьями. Вот. И Паша, который мне помог очень в жизни, не только и финансово помог безумно, и мозгами помог безумно, и своим поведением до сих пор помогает безумно, своей честностью мне помогает безумно, своей бескорыстностью мне помогает безумно. А Сашка – человек, который помогает то, что он есть. В любое время дня и ночи может ко мне приехать, или я к нему. Мне совершенно все равно. Это вообще это свой человек, это свой. Может прийти, даже не спросить, можете я переночевать? Вопрос «можно». Для меня будет смотреть, слушаться и поидиотически. Я пришел к себе переночевать. Вот и все, переночевать, и спи, и все. Как-то вот да. Дружба – это очень много. Очень самое страшное, когда человек предает. Вот это страшно. Вот много фразы «друг познается в беде». Простите, я опять вспомню о том, что вот когда я в больнице лежал очень долго, неважно. Я когда пришел в себя, я где-то месяца через два пришел в себя, в сознание, я спросил жену, этот был? Нет. Этот был? Нет. Этот был? Нет. Как так? А были люди, которых я... Считал друзьями. Да, а я их считал друзьями, их не было. А те люди, которых я не считал друзьями... Они пришли. Они оказались, да. Это я был виноват. Это мне дал просто Господь Бог, дал такую штучку, ну, посмотри на жизнь. Маленький ты мой. Да. Маленький ты про себя. Такая лакмусовая бумага. Да, совершенно верно. Друг познался в беде, мы так болтаем и не понимаем эту фразу. А я ее понял по полной программе. Но в телефоне, телефонов у меня этих нет. Чай Маброк. Ночь тысяча звезд и еще 100 сортов чая, упакованного на нашей фабрике в Коломбо. В магазинах Море Чая. Ну что, еще мы успеваем одно слово какое-то давайте обсудить. Давайте одно. Выбирай. Одно слово. Давайте сверху. Вот не будем. Сверху. И прям буква А. Атеизм. Ага. Абстракция, авторитет, альтернатива, апатия. Наверное, все-таки... Нет, авторитет. Хорошее слово. Вот я авторитет все-таки возьму. Авторитет возьму. Вот я прямо тебе сразу даже задам вопрос. Я знаю, что ты сейчас работаешь с молодыми актерами, да, со студентами? Да. Насколько ты для них авторитет? Ну, как ты чувствуешь? Я понимаю, что это они должны отвечать. Но, тем не менее, каждый педагог понимает, ну, авторитет он или нет. Чувствуешь ли ты, что они... Я тебе скажу по-другому. Я хочу быть авторитетом. Я к этому стремлюсь. Да. Я не знаю, честно говоря, потому что я на этот вопрос даже боюсь ответить. Вот так. Честно тебе говорю, не знаю. Я хотел бы быть авторитетом. Хотел бы быть. Получается мне это? Не знаю. Но авторитет очень много. Очень много. Ну, тогда о твоих авторитетах. Кто для тебя авторитет? Конечно, это могут быть педагоги, но я имею более широкий какой-то, хочу вложить в это слово смысл, вообще по жизни для тебя авторитет. Авторитет. Мои родные и близкие. Самый большой авторитет для меня Юрий Андреевич Васильев. Это педагог по речи. Замечательный педагог.
просто потрясающий человек, умнейший человек. Для меня он авторитет. Он, когда придет спектакль, посмотрит, для его мнения его для меня важно. У многих мнение не важно. Как-то он подойдешь, им советы дадут. Для него, когда он находится в зале, я себя чувствую как ребенок на первом экзамене. Жутко волнуюсь всегда. Авторитет Пашка. Пашка – это авторитет мне, как он умеет жить. Вот как он умеет... друг, о котором да, мы говорили. Да, как он умеет свою жизнь построить, как он безумно любит семью, как он любит безумно то, чем он занимается, как он любит друзей, как он отдается этим друзьям, своей семье, своим детям. Это молодец, это да, это пример. Это пример, это да. Это авторитет такой. Авторитет, сильный такой, сильный авторитет. Для меня авторитет, если брать из поэтов-то с актерской, для меня Лермонтов. Угу. Вот как ни странно. Лермонтов. Потому что для меня «Белеет парус одинокий», я не могу понять, как это можно написать 12 лет. Я не понимаю, как это можно написать 12 лет. Жуткая судьба. Пушкин пожил. Ну, чего греха таить? Рано очень, безумно рано, жутко, жалко. Но он все-таки пожил. Были женщины, интриги, дуэль, было все. У Лермонтова ничего. 12 лет, вообще, конечно, не было, да. Вообще ничего. Вообще, это нетронутое дитя. Нетронутое дитя. И как писал. Вот у меня тоже авторитет. Ну, это, конечно, Божий дар. Да, это да. Иначе это, не да, объяснить. Да, да, потому что я не могу понять. Да. Действительно, Пушкин, ну, что греха таить, ну, шикарно пожил. Был редкостный гад, был, наверное. Конечно, и у своих друзей жены отбивал, и вообще жуткие вещи, и дуэли делал, и все, и пил, и гулял, и все. Играл. Да, играл. У Лермонтова ничего этого не было вообще, ни на йоту. Ничего, ни женщин, ни интриг, ни игры, ни пьянства, вообще ничего. Вот для меня какой-то он авторитет какой-то. И, конечно, для меня тоже такой безумный авторитет, вообще это конечно, Евстигнеев. Собачье сердце. Это все. У нас закончился песок. Я вынуждена прервать все, твой монолог песок, об авторитетах. Ну, все, на очень хорошо. Но хорошо, еще маленький блиц финальный. Вот здесь вот несколько карточек, и гораздо меньше, потому что я назвала его «Дюжина контрастов». Выбираю на глазах телезрителей любую карту. Так. И предлагаю тебе на выбор два слова. Ты должен без комментариев выбрать одно. Тут у меня 12 таких пар. Так. И по результатам этого блица мы немного поймем о твоих приоритетах. Давай. Попробуем. Свет или темнота? Свет. Тигр или мустанг? Тигр. Шампанское или минералка? Шампанское. Хлеб или пирожное? Хлеб. Прерия или тайга? Тайга. Балет или эстрада? Балет. Йозеф Швейк или Тарас Бульба? Швейк. Угу. Пастернак или Евтушенко? Пастернак. Леонардо да Винчи или Матисс? Леонардо да Винчи. Бокс или покер? Покер. Угу. Чингисхан или Конфуций? Чингисхан. И последний музыкальный вопрос. Штраус или Глюк? Штраус. Это была «Дюжина контрастов» от Евгения Александрова. Ну что ж, время совсем закончилось, но еще есть приятный момент. Я сейчас буду дарить подарки. Ой! Как хорошо после новогоднее время, да. Вот тот самый чаек, который не удалось выпить сразу же после Нового года, но зато его можно будет теперь пить каждый день. Это компания «Маброк». Чай там не только «Ночь тысячи звезд», там еще есть несколько сортов. Ты сможешь его... И, конечно, кружка. Вот я знаю, что ты любишь пить чай из кружки. Так что принимай первый подарок. Спасибо большое. Спасибо. Забирай, забирай. Так, забрал. Потому что есть еще. Еще. Да. И еще компания НТК «Электроника». Здесь какой-то волшебный прибор внутри, который ты наверняка разберешься, как подключить дома для того, чтобы экономить электричество. Так. Это наша российская разработка. Они не имеют аналогов. Поэтому с сегодняшнего дня тебе придется за электроэнергию платить намного меньше. Меньше. Какое счастье! Наконец-то! Наконец-то! Прощаюсь с вами ровно на неделю. В следующую среду встретимся за чашечкой чая.